Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет и полюбившийся вам режим Красная Смерть в Sid Meier's Civilization 6. Сегодня я играю за пиратов, и предлагаю проверить, выживу ли я в этом постапокалипсисе. Приятного вам просмотра. Так, мне выпали пираты. Во-первых, мы видим какие-то сокровища специальные для нас созданные. Сможем собирать там штуки. Во-вторых, по морю они плавают. Так. Так, ну, во-первых, я в любом случае высаживаюсь этим на море и этим. А давайте этим пойдем, собственно, карту соберем. Думаю, норм. Удачи. И у нас... Ну, в общем, ребят, если будете играть вторую, то пингоните, плюс. Хорошо. Так. Ну, вообще далековато, честно говоря. Если бы она хотя бы на побережье. Но мне кажется, стоит сходить. Слушайте, а у пиратов, если сжигать карту, то вторая как быстро дается? Сразу же. Стоп, а вы начали уже? Да. Да. Блин, вот сейчас комп освободился, блин. Спасибо. Давайте, сектанты, фанаты. За зомби скатать, если хочешь. Нет, там закрытая игра, по-моему. А он по ссылке перейдет, мне кажется, там можно подключиться. Ну, в принципе, да. И найдете ему? Сектанты. А, да, сорян. Что? В прошлой игре ты тоже, по-моему, за сектантов играл. Я вообще все игры за сектантов. Все партии, я не знаю, как ты меня ведёшь. Ух ты. Не, ну я тут соберу. Я все-таки буду идти, наверное, к той карте. Еще пулеметчик. Так, давайте мы этого пулеметчика, наверное, к этому поведем. Так, он не должен вроде. Ладно, я его убью. Но не должен он был захватить, если что, посело. Опыт. Ну, такое. Так, вот эти припасы это явно антигерой поставил. Прям сразу метку поставим не брать на всякий пожарный. Это прям вот 100% антигерой поставил. Слишком рано для припасов. Блин, надо было перепрыгнуть. Блин, еще. Ладно, мы обратно на воду. Просто поселенцы на воде не захватываются, поэтому так и классно за пиратов играть. И еще и урон практически не получаем. То есть мы сейчас вместо 10 урона должны 5 получать, что ли. Даже меньше еще. Ух ты, еще и вертик. Так, это у нас антигерой здесь. Ну, пожалуй... Так, давайте я, наверное, вот так гляну. О! Это я удачно заглянул. Наверное, на воду спущусь. Так, ну мне нету смысла тогда туда плыть. Давайте я здесь поплаваю. Посмотрю, что у нас имеется. Ой, 17 секунд. Так, собрали. Собрали. Мы на маленькой карте играем, да? На шестерых, да. Понял. Так, наверное, полетим отсюда. Так, а вот этот парень будет наказан. Например, в конце хода. О, поселок. Так, ну, антигероев надо щемить. Ой, а тут вот у нас... Мутанты.
Так, ладно, тогда сюда мы, наверное, не будем высаживаться поселенцам. Стою, полечусь. Этим я, пожалуй, сначала апнусь, а потом уже буду там. Так, куда он тут уплыл? Он решил не собирать домик этот. О, сектант. О, фанат. Блин, что-то нас тут плотно. Это мне не нравится вообще. Вообще не нравится. Так, и тут все собрано фанатом, очевидно. Шьёрт побери. Так, а тут все собрано мутантами, очевидно. Блин, а тут высадиться нельзя было, понял. Понял, почему он не собрал. Воу. Пиратом? Серьезно, фанат, ты ради одного юнита ядерку бросил? Так у меня же они бесплатные. Ну так через 6 ходов только восстановится. Да не, на один я на один. Не, ну так юнит-то убил? Нет, конечно. Она половину только убирает. А, тогда непонятно зачем. Ну просто вдруг у тебя только половина была, он такой. А да, ты не видел, что ли, сколько? Пиратов гнобить надо на такой карте, наверное. Так тут и гнобят, тут уже и сектанты, и антиэти. А что, получается, Пангея, да? На Пангею больше похоже. Спасибо за игру. Как все произошло? Это пират. Да, это... Да, с высадкой. Из-за того, что у тебя высадка бесплатная. Не, подожди, я высадился прошлым ходом, а захватил ну да, этим. Ну правильно. Ну, типа, если бы ты прошлым не высадился, ну как бы... Ну, короче. Тут вообще без смысла. Пират, не пират. Да, за счет хоста, видим, тогда. Так, ну тогда можно уже, например, этим поселом жертвовать. Мне просто сказочно не повезло, я даже не знаю, как это комментировать. Еще минус. Тут бессмысленно играть было. А кого еще? А, антигероев? Да, тоже после он приплыл. Ну, это он от меня плыл, я так понял. И приплыл к тебе. Да. Как все так вместе, типа... Да, это из-за того, что не Пангея, какая-то рандомная карта, непонятно, что это. Может, это вообще континент. Нет, там мутант у нас отдельно, на другом. Так, давайте полечимся тут. Я уже инопланетянина встретил. А, значит, вы вдвоем с инопланетянами. Мутанты инопланетяне. Братья навек. Могут быть какие-нибудь. Кое-что скажу, там где-то рядом еще бонд находится. Тут постою. Так,
тут раньше антигерои были, теперь тут никого нету. Так, на следующую нас шестерых не наберется, да? Не знаю, зависит от того, как быстро мы ее. Ну, кто-то уходить ведь собирался, да? Так, тут мы подождем. Ну, я типа в любом случае останусь. Мне надо как-то вместе их все-таки держать. Давайте сюда, ну, поплыву. Я, скорее всего, сыграю, а то я как-то не наигрался вообще. То, что ли, вылетел, или что? Да, самым первым за фанатом. The sun rises red. Вот взял. Sanctuary has appeared. Блин, тут когда берешь танк, тебе пишут, да це ж танк по-русски. Надо было им еще тю добавить. Тю, да це ж танк. Так, це було б набагато краще. Да, я без зоны, конечно. Интересно. Давай, сектант, иди в зону. А куда-то можно сгорать. Не. Блин. Ты собрал мою руинку? Ты охренел, что ли? Чтоб ты сдох в зоне, понял? Где собрал? Варварский лагерь. Что на воду там спустился, не знаю, как мне как-то надо его тут словить. Так, а вот тут нам надо в зону идти, вообще, наверное, плыть. Так, ну тут я, наверное, уже высажусь. С этим лагерем надо будет разобраться. Так, качаемся. Не знаю, может их объединить. Так, ну тут надо как-то. У него, правда, я уверен, еще один посел есть, который бывший. Ладно, я тут, наверное, просто постою. Бывший антигероя. Это зомби. Да. Ну, это компьютер был, да? Да. Это точно все антигероем навалено. Просто даже не хочу брать. Так, куда вот он мог пойти? Наверное, туда куда-то идет. Ну, тут он походу не пройдет вообще-то, но посмотрим. Третью группу подряд зоны не ведет. Угу, тут нифига. Кажется, это прописано всегда, да, что один зону не везет. Там мы стоим, ждем. Но нам сектанта встречать надо по любасу. Тут он, я так понимаю. Да, тут тоже горы, видите. Не побегу за ним танком. Тут встречать будем.
О. Кстати, а вот это в тему у нас тут варвары. Получается. Да, мы к ним зайдем. Так, а вот... Слушайте, а вот это-то, видимо, забирать надо? Или это все то же самое? Что уже было? Да, это мне что-то заново... Куда ты там крадешься вверх? Дальше от брата. Да, надо сюда возвращаться. Пока полечимся, потом я все равно буду плавать поселами. Вопрос, куда нас будет выдавливать? Я боюсь, что зона нас будет в итоге выдавливать на этот континент. Что, конечно, очень неприятно. Да не, я думаю, это все-таки антигерои. Можно, я вот уберу даже метку. Я думаю, что это все-таки антигеройские штуки. О, точно. А что это я? Блин, обхожу озеро. Я ж не теряю ход при высадке. Я забыл совершенно. Так, пойду сюда. Так, ну где он тут? А, тут он варварский. Нормально, лагерь. Так уже на фарме. Будем драться. Ну, что поделать. А где руины? А. Так, сжигаем карту сокровищ и... Да вы прикалываете. Ну, у меня тоже, конечно, приколы с зоны. У меня все карты сокровищ, я уже третью сжег, они появляются вон там в зоне, ну, в красной зоне. Так обычно бывает. Ну, не как обычно, но всегда, они всегда появляются где-то подальше. Ну, некрасиво в конце хода, ну ладно. Еще 5 секунд, не успел стрелять. Так, тут я позже подойду, чтобы он проатаковал. Нет, это его плейстайл такой просто. Надо сюда идти. Так, поплыли. А этого, кстати, давайте подержим. О, робот-бобот. А, смотри, а у меня сейчас открепленный потел вот пехотинца внизу. Ну, я сейчас, походу, его захвачу. Нет, походу нет. Это, походу, типичный баг был. Так, а вот это точно уже нормальные приехали. Так, я туда
Часто такое бывает, что оно типа открепилось, но на самом деле оно закреплено. Так, поплыли к этому. Это сокровищ, конечно. Так, ну это я соберу. А это красный собрал. Фланга возьму. О, танчик приехал. Проблема в том, что он видит мои юниты намного дальше. Там на три клетки осмотр. Поэтому есть определенные проблемы. Ну, то есть он лучше может планировать свои действия. Выстрелил по моему танчику. Вот это ядерка, я понимаю, ядерка. Что мне оставалось? У тебя ж, наверное, зона не действует на этого, на робота. Что, действует еще? Действует? А почему не должен? Ну, потому что в шестой циве... На роботов не действует ядерное загрязнение. Можешь поправить потом как-то. В обычной игре, конечно, не действует, но он слишком читер, но... А, ну да, вообще. Не, ну хотя бы снижено, может быть. Нет, не снижено. Нет, все так же, как на обычный юнит. Вот тут два посела встретились. Да, здорово. Морская блокада. Мы тупо сейчас себя убьем тут на зоне. Думаешь? Меня кто-то ядеркой убил. Не знаешь, кто? У меня она выпала с того груза, что... О, это все не нам, все грузы не нам прилетели. Хорошо без антигероя играть. Больше не надо беспокоиться. Да, да. Блин, дайте-ка я облечу лучше. Надо этот собрать. Роботом бежит за мной. О, вертолетик. Так, могу сжечь карту и... О, вот за этой можно сплавать, кстати. Вот этим поселом.
Все, молодец, молодец, убил. Да там все равно все. О, а это, наверное... Ну, пуск, конечно, хороший. Термоядерка. Что хороший? Корпус мощный был. Да. Пробиваемый. Я думаю, я еще этой командой убью. Блин, ну инопланетяне, что ты на меня так крышь-то? А с кем еще воевать? А, как вот же еще. Ну как бы зону контролируй там, так, на выходе. Давайте я постою лучше. Какую зону не контролировать тут? Так, стою, жду робот. Мне кажется, он все-таки сможет роботом выйти. А вот здесь мы, считайте... Так, у меня есть термоядерка, надо бы не забыть об этом. Но это лучше держать до конца, я думаю. Так, этого давайте лечить. Или, слушайте, или может... Этого сюда перебрасывать. А, ну убил, там ПТ-команда была. Да ладно, он собрал эту фигню. Черт, я не ожидал, что он там окажется вообще-то. Что, еще термоядерку, что ли, взял? Сейчас увидим. Блин, я еще термоядерку взял. Так, подождите. Надо к карте плыть. Так, а тут я бы, наверное, высадился вылечить этого посела. Блин, где этот робот конченый может ходить? О! Такое ощущение, что каждый ход какие-то боеприпасы высаживаются. Не, я сейчас умру, блин, я думал, зона 10 дамага. О, спасибо за игру. А я думал, сейчас мне ядерка прилетит. Мне выпала как раз ядерка, блин, я думал ее кинуть. Ну, короче, я немного... Там я взял вертолету прокачку уже на зоне совместная, типа, ну как там, прокачка, что с поселенцем движет. Называется. Короче, я эту прокачку взял, отсоединил. Ну, у тебя размен получился вертолет на этот. Да не, у меня там, короче, так получилось, что типа я взял поселенца, но вышел пехотинцем в свободную клетку. И вертолетом не смог выйти туда. Короче, надо было уже жертвовать пехотинцем, но как-то потупил. Кстати, да. А наблюдатели моей карты его... видят, нет? Нет, твои карты не видят. Ну все, я тут один остался, надо просто с варварами разбираться. Ну там там вообще, что получается, он мне вертолет убил, а я ему... А не, тогда можно посидеть спокойно. Короче, сектанта зона убила. Тоже постоим, полечимся. Да, наверное, полечимся. Да, но у нас будет проблема, я думаю, у нас будет... Тут шансов даже бы, если... На ту выталкивать. На тот континент, скорее всего. Поэтому... Тоже есть проблемки. Так, и пулеметчиков. Не, давайте двукратный бонус за атаку с фланга. Так, у этого тоже... Уровень. Лечимся. Да, тотальный контроль карты. У кого? У мутантов. Так зоны нет у меня, блин. Если б зона была, тут еще быкует. Быкует пулемет этот и на лошадь. Ты можешь слева от зоны играть? Ну так там совсем кусочек. Так, а давайте карту посмотрим, что нам... Этого хватит, чтобы распространить свою.
Опа, не понял, а как мне посела на воде убило? Смотри, вертолет может захватывать тот, который, короче, прям вот, ну, ближайшая клетка вот к суше. Он может высадиться и высадка захватить вот так. Тупо. Да, посела на воде только с побережья захватывает. Да, то, что вижу, и, по-моему, только вертолет. Не, танки еще могут высадиться. Не, ладно. А, и танк еще. Сначала можно всеми юнити с юнитами захватить, но чтобы высадиться и захватить, то да, это вертолет там. Еще один. Так, ну эти стоят, лечатся, лечатся. Привет. Здорово. Вы второй будете? Смотря, сколько людей останется. Вы по очереди сказали, а то непонятно ничего. Я ничего не понял. Смотря столько, сколько людей останется. Да что-то спать прилег не вовремя. Да желающих вроде хватит, мне кажется. Нас сейчас 7. А, так вот ты чего у ПК все время сидел. Да, ты там сидел, а ПК постоянно. Мы думали, ты уже умер там. Нет. Ладно, не пойду туда уже этим юнитом. Ладно, пошли сплаваем каской. То, возможно, слишком... Там как, у вас близко к концу или нет? Я, наверное, сделаю уже армию танков. Не, мне, кстати, довольно много поприходило посылок. Тут мне жаловаться не на что. И еще один вертолетик, который я тоже сделаю. Сразу вот так. Давайте защитим посела на всякий пожарный. Еще тут сейчас соберем. И через два хода у нас... схлопываются зона. Да, ну, проблема в том, что здесь мы уже все собрали. А с другой стороны, нам тут уже никто не мешает. Например. Еще один термояд. Знаете, что зачем можно еще сюда сплавать? Там, судя по всему, где-то будет... будут юниты мутанта. Можем с ними пообщаться. Надо как-то распределить по карте, чтобы если где-то что-то появится. Ладно, давайте вертолетом здесь полетаем пока. Следующим ходом мы увидим зону. Но я уверен, что она туда будет. Да. Ну, в принципе, норм. В принципе-то норм. Тут вот собираемся. И тусим. Я бы даже просто поплыл посмотреть, что там где есть. А, да ты запарил уже. Я думал, ты специально это... решил на поле забайтить. Да я забыл его присоединить просто с этой спушкой. О, а какой-то тут инопланетный поселенец плывет. А что ты сюда плывешь? Тут как раз зона уходит отсюда. Да я разведываю. А что не плавать? Трофейный ведь. Поверь, тут ничего уже нету. Уже все пропылесошено. Я с них своих смотрю. Там уж не трофейный посел. Ага, так не забирается, ладно. Танчик. Было бы прикольно еще какие-то морские бои, если бы сделали. Так, а если я так сразу нажму, у меня появится?
Мне кажется, тогда бы он вообще не успевал. Да. Так, ну я пока не поплыву, потому что здесь буду лечиться. Утан, ты ответишь за эту пулеметную роту. В смысле, пулемет, за эту БД-команду. Ну ты же сам пошел туда на лагерь, зачем? БДСМ-команда. Ну пошел. Где уже тебе сказать? Нельзя, мне было на другой лагерь идти. Я что-то открыл и шел по-быстренькому. Окей. Там слишком много у него. Как-то я угадал с картой этой континенты, но как мне кажется, это самая худшая карта для Красной Смерти, потому что только один континент, только на нем будет зона, и с одного континента все должны фракции просто эвакуироваться на тот. Теряют много юнитов, короче, это так себе. Ну, в нашем случае только мне надо эвакуироваться, они оба там нахуй или нет? Вот это да. Да, они оба на одном континенте. Ну. А я как пират, то я так бы и не особо теряю, получается. Тебе норм, да, и ты последний здесь остался, а так у нас было здесь янки-герой, и я бы в итоге ты один остался, тебе норм. Но если бы все трое эвакуировались... А, ну я думаю, что надо реально туда уже плыть, нету смысла ждать. Кликер, блин. Извините, я тут приплыл и собрал, вы тут били, виноват, но что поделать. Селяви. Ах ты, какашка. Блин, я так зол, что кину... Нет, ладно, не кину. Хотел посмотреть, надо посмотреть, где тут у него. Я, знаешь, тоже потом могу кинуть. Куда? Куда ты кинешь? Я-то вижу, где у тебя юниты, а ты мне куда кинешь? Просто кину, да? В смысле, я не вижу. У меня вот он посел плавает, правда, сдохнет скоро, но плавает. Ну и что? И сколько ты туда? Два юнита заденешь? Что, не достает, что ли? А через сколько он клеток стреляет? Ага, через две. Ладно, встану сюда тогда. Блин, может высадиться, посмотреть тут на юниты зеленого? Даешь зону, да, мне? Спасибо. На здоровье. Ядерка с написом. На здоровье, мутант. Ну и что, теперь не кидать его ядерку? Да не кидать, такое. Только если там 100% какой-то результат получаешь. Ну там, по-моему, 4 там юнита было. Не, просто он все юниты спасет и... Okay.
Кстати, пират, тебя такой плацдарм освободили, там было много юнитов. Но сейчас все разошлись. Видишь, ядерная подготовка все-таки не зря была проведена. Все решили, ну нафиг. Ну ты ж не успеешь уже этим поселом высадиться, да? Высадиться не успею. Блин, а почему ядерки существует эта дальность какая-то? Сейчас так бы эти танк задел бы. Слышишь? Так, надо рассосредоточиться следующим ходом, видимо. Ну, есть минус посел. Сейчас смотрю, на карте не собрано 6 руинок, и в том месте, где мы стартовали на нашем континенте, внизу сам, надо было туда идти. Тебе? Да, мне, наверное, надо было вниз идти, но там начиналась зона, и это вообще было бы, наверное, ужас еще больше, потому что мне опять надо было бы разделять армию. Так, а как у нас тут с зоной? Вот там и фанат мог собрать. Так, знаю, это мне карта не нравится. Да, ё-моё, как мне сюда? Ты вылетел? Да, опять сектанты выпали, опять. Ё-моё. Можешь стрим включить? Давай. Спасибо. Надо как-то туда попробовать пробраться, мне всё-таки кажется. А, стоп. Норм видно. Сейчас. Грузится. Давайте разделять. Одного на воду спущу. Ауч. Так, этим как-нибудь сюда отправим пока. Так, тут надо вертолетик спасти. О. Летающая тарелка — это у нас вертолет, типа, да? Ты, я тебя видел. Маска, я тебя видел. Я в курсе. Спрятался такой. Так, ну он сюда сейчас ядерку может бросить на самом деле. А может и не бросит. Да, но я до карты так не доберусь. Звук был. Что-то куда-то пролетело.
ребята, кто остался в живых? Это он стрим идет, можешь глянуть. Блин, я, конечно, тут много юнитов потеряю. Просто я, конечно, захвачу, там убью, но из-за того, что... Просто будет потеря многих юнитов. Я бы отсюда уехал и кинул куда-то вот сюда ядерку, может. Как-то так. Не успел. Блин, и здесь этот мутант. Короче, валим отсюда, походу. Не знаю, кидать мне ядерку. Я бы держал ее. Так, тут я получил уровень. Других классов против... О! Слушайте, а это интересно, кстати. Но это придется их вместе держать, а это значит, что у меня могут ядерку бросить. Сколько у меня вообще? Три их. Может, все-таки... Блин, да тут, короче, инопланетяне, ну хана. А мне явно против мутанта надо... действовать. Так, тут он меня не проатакует. Наверное, постоим. Ах ты ж гад. Так. Пробираемся к карте. Это, мне кажется, меня там найдет этот. Мутант. Да, блин. А что это за загрязнение такое фиолетовое? Ну, это способность. Один поглощенный заряжает одну чистую клетку. Ничего не понял. Ну ты типа в красной зоне, когда у тебя юнит находится, он накапливает радиацию и потом может по остальному полю ее рассредотачивать. На один ход, что ли? Нет, за один ход нахождения в красной зоне ты получаешь 8 зарядов. И ты его типа потом их распространяешь. Ну, короче, я не получу эту карту никак. Ну, вот сюда... Да не, наверное, все равно не успею. Давайте вот этим поселом съездим. Блин, у меня три ядерки.
Ну вот тут будет инопланетянин сидеть. Всю игру, очевидно. Так, давайте я сделаю, наверное, армию из танков. Уже пора. Блин, все фиолетовые дорожки за... Блин, мне бы увидеть... Угу. Да ё-моё. Чё, последний посел, что ли? А чё так раз, два, три, четыре, пять, шесть... На семь клеток? Ну это вот из-за этой зоны. Я в ней начинаю ходить, и у меня дольше как бы получается ход. Ну, длиннее. Охренеть. Да, последний. Так, ну мне это не нравится, короче. Какая-то гомосятина. Понимаю, но ты его два юнита завел, еще один мой. У него два юнита армии, понимаешь, которые тут носятся как сумасшедшие. Но это не самые сумасшедшие, к сожалению. В смысле, к сожалению. К счастью. Для него, к сожалению. Нет. Для Алёши, к сожалению, потому что есть покруче армия. Блин, я не успею собрать, прикиньте. Ну, а те армии ты хоть убил сейчас? Да, да. Там два ядра, как это? Ну так, каждый минус половина, то есть, понятно. А, ты два кинул, ну хорошо. Нормально тогда, да? Да, или успею все-таки. Успею, слушайте. Умрет посел, но... Да, блин. А эти клетки, может, тебе еще и территорию подсвечивают? Нет. Я так видел, что там. Блин. Не, ну следующим кодом я должен выплатить, кстати. Так, вот тут у нас армии. Ну, блин, мне надо две ядерки кидать, чтобы их накрывать, а не одной. Поэтому... Вот ты сейчас встал на эту клетку?
ты меня убил, как бы, и ты получишь на следующий ход урон, как от радиации. Здорово. Да. Ну, походу, тут мутант победил, у меня такое ощущение. Да. Все. Я не понял, почему эта зона идиотская, она работает до того, как я ее увидел? Там баг есть такой, ты как бы не всегда ее замечаешь. Отображение. Ты можешь только навести на клетку и проверить, что она точно есть. Как ты столько юнитов понасобирал, я не понимаю. Ну типа я был один в сейф-зоне, мне только этот мешал, НЛОшник. И я потом лагеря по красной зоне собирал. Он вообще тебе мешал, смотри, он стоит в углу зачем-то. Ну он меня много убил, кстати. Там ну не, ну понимаешь, я просто слишком много юнитов потерял, я поэтому в угол и ушел. Думал, что в путь там подрались. Потому что у меня совсем... Не, вот это вот засирание... То есть, что он, типа, он на столько клеток сразу бегает при этом, это вообще, конечно, трындец. Какой-то... Ну, мне, честно говоря, вообще с картами не повезло в этой игре. То есть, наверное... А, так вообще это баланс так сделан, что, типа, они появлялись где-то в жопе. Но это невозможно. Это же невозможно их вообще собрать. Я сколько две собрал, причем одну вот тут вот просто, ну, потеряв посела при этом. Как их можно собирать тогда? Так что пираты тут не самое. Не знаю, я, например, не считаю, что пираты прям самая крутая тут фракция получается. То есть только способность вот это плавать быстро. Они самые фармящие. Но у меня... Если ты к мидгейму не задоминировал, то ты проиграешь более литовым фракциям. Просто тут у меня на побережье, смотри, сколько, 5-6 городов было. Вот я их собрал. А дальше-то что? Все? А карты вообще в такой жопе постоянно появляются. Вообще просто нереально. О-о! Пошел обмен ядерками. Тю, цештанк. Такой борьба за поселенца. Ну это уже все, короче. Не, ну тут слишком много, просто у мутанта слишком много армий, прямо скажем. Причем интересно, как в чем то, что он очень долго находился в центре карты, я сколько мог ему с ним воевал, мешал ему. Тебе, наверное, тоже фармить надо было больше. У вас как бы пополам я получается, фармил, я правильно понял? Что ты говоришь? Пополам у вас была карта, ну, этот континент. Вы ж, это ж вот один континент. Ну, ему побольше досталось в итоге. Ну, он типа больше к центру континента запался, и поэтому он и низ там условно там. Ну, кстати, да, вот там кто-то говорил про собирал. То, что континенты... Неприкольно, я теперь понял, в чем дело. То есть, смотрите, вот я, например, ну, максимум треть континента мог как-то зафармить, в то время как вы весь континент могли это сделать. Не, не весь, причем так, скорее я тоже треть, а мутант две треть, так скажем. А я просто и за счет зоны, то есть просто потому, что зона вот так вот появилась. А если бы зона на моем континенте собиралась? Вам бы пришлось ко мне плыть, понимаешь, а я бы тут уже отъелся. Это да.
стоял бы еще, контролировал все эти. У меня еще, блин, две карты как раз в тылу у мутанта. Один я приплыл, посел, он мне его убил. Вертолетом я туда полетел, он мне его убил. То есть карты вообще как бессмысленная хрень. Ну карты чисто приятный бонус, по-моему. Приятный бонус, если бы до них добраться можно было. Ну, понимаешь, ну того, если можешь легко добраться, добираешься. Не можешь легко, не добираешься. Причем, кстати, карты того, что там на следующий кто остается. Может легко-то достаться, может танк, а может вообще ОБР достаться. Что такое? А? Я, кстати, был один раз такой случай, когда по ОБР достался. Ну, странненько тут получилось, мне кажется. Я даже не очень представляю, что мне тут можно было лучше сделать. Ага, жаль, я не видел, сколько у него юников там. Мне кажется, в данном случае именно сыграло то, что мне на другой континент надо было приплывать, на их, которые они контролировали, которые они уже видели весь, понимаете? Знали, где кто может находиться хотя бы.